Ну, практически. Там Хэ-Хэ, это Китай, а это Благовещенск. Китайская страна очень похожа на Павшинскую пойму в Московской области, где мы живем, да? Да. Прям как будто домой вернулись. Слышите, на той стороне прямо какой-то праздник. Все свистят и играет громко музыка. В общем, я уже погуглил. Делаем прививку за 5 минут. Можно смело переплывать. Граница нас не остановит. Блин, ну так уже на Павшинскую пойму не похож, конечно. Очень круто! Я так рада, что мы тут! Чувствуете дух соперничества? У нас с этой стороны все красиво подсвечено и все в российских флагах. На китайской стороне тоже напротив все подсвечено. Там у нас набережная подсвечивается, и там огромный российский флаг висит. А дальше... Что у китайцев? Темень! И с той стороны тоже. Что у нас? Дальше темень. Поехали в китайскую кафешку и так ливануло! Наверное, завтра уже не погуляем тут. А по погоде на целый день. Завтра до 8 вечера будет такой дождь, не скрываем.